Центральную площадь Брюсселя накрыли цветочным ковром. Ходить по такому, конечно, нельзя, зато вот наслаждаться этой красотой можно сколько угодно. На создание ботанического произведения искусства ушло 600 тысяч бегоний. По традиции бельгийцы плетут ковры из цветов каждые 2 года. Причем каждый раз посвящает свой труд какой-то теме. На этот раз, например, выбрали дружбу королевства с Японией. Все-таки как-никак юбилей. 150 лет двусторонним отношениям. Полюбоваться на цветастый палас можно будет дней 5, прежде чем растения не завянут. Мы хотели сделать отражение японской философии, единение с природой. Есть 4 главных героя рисунка. Это цветок, птица, ветер и луна. Для нас очень важно любить и уважать природу.